Так, я вам обещал продолжить прохождение. И сейчас мы это сделаем. Началась вторая глава. Первую мы наконец-таки завершили. Ух ты, стой. Эх, блин, там столько ништяков было. Там было столько ништяков. Я проплыл мимо них. Вот хорошо, что немцы подсвечиваются каким-то синей штукой. Какой-то у них энергокостюм или что-то типа того. Так-так, кто это такой наглый? Это вы такие наглые? Придется вам распрощаться со своей наглостью. Так, ладно, идем. А, это рычаг. Я думал, это гранатомет. Бабах. Люблю так делать. Когда у него граната уже в руках, он ее хотел кинуть. Убиваешь. Или просто даешь ему ранение. И все. Ах ты засранец. Так, ага, нам вот на эту штуку надо. Так что я не зря сюда пришел. Вот единственное, что я бы еще бы пособирал тут. Патрончики всякие. Броню. Да те же ХП. Так что вот он, бронежилет. Ну все, я готов. Я лично готов. Плывем в логово. Надо будет приготовиться. Броник. Патроны мне не нужны, потому что у меня их очень много. Ладно, поплыли дальше. Думаю, нам еще придется не один десяток фашистов. О боже, я поднял тревогу. Походу, это было сделано зря. Надо искать офицеров и убивать их. Иначе немцы так и будут переть без конца и края. Блин, там пулеметная точка. Привет, дружок! Дай-ка мне свой шлем. Как ты узнал, что я здесь? Так, где-то здесь.
Офицер где-то здесь был. Вот он. Братюня, братишка. Канистра? Так, осталось найти еще одного офицера. А, вот и он. Или это не он? А, да, это он был. Все, наконец тишина, тишина. Блин, а можно было бы это все и по-тихому сделать? Так, броник. Эх ты, это кто это еще по мне? Стреляет. Не понял прикола. Понятно, все, нашли его. Так, мне нужно... Нет, тут дальше плыть некуда, кстати. То есть, надо искать какой-то ход здесь, походу. Так, посмотрим повнимательнее. Так, тут заперто. Да, вот сюда нам нужно. Нужен ключ. Отлично, вот ключ. Карта дополнена. Угу. Ага. Так, это нам вниз идти, что ли? А если я вниз не хочу? А, ну тут закрыто. Девицы они там укладывают. Теперь я уложил вас, как вы девиц. Так, где он? Я же его ясно видел, он был здесь. А вот он, вот он, вот он, хлопчик. Паум. Иногда лучше. Иногда лучше лишнего шума не поднимать. Так, ладно. Идем дальше. Но я, по крайней мере, рад, что Бласковец в этой части жив. Так, куда выплыть-то? Конечно, надо было по-другому.
Эх ты, меня спалили. Меня спалили. Интересные катакомбы. Мне очень любопытно, что это за место. Я нашел секретную область. Вот это да. Правда, она не такая уж и секретная была. Здесь, кстати, золото. На, ну это просто вниз, откуда я выплыл. Вот так вот, нашли секретную область. Давай, Бласковец. Да! Такой он. Странный вопль всего. Странный был. Так, записка. Перевернуть запись в саркофаге. Ой, я теперь могу метать ножи. Клёвошно. Так, а что здесь? Вот это прикол. А тогда что там было? Ахтунг гранатен. Короче, все с ними ясно. Они дилетанты, они дилетанты. Так, готов. Ладно, фиг с ним. Что тут за гробница такая? Так, нет, тут, наверное, не секретная локация. Мне, конечно, понравилось то, что я нашел секретную локацию. Так, еще эти крысы пищат. О, золото. Аптечка. Так, надо с разбега. Эх, еще надо было левый shift нажимать, но я и без него смог. Тут золота нет? Как жаль. Как жаль. Так, вот я и наверху, кстати. Не верится, что я забрался. Так, придется как-то карабкаться. Ну, а вот так вот и будем карабкаться. Угу. У меня все на максимуме. А что здесь? А, ну я здесь был, я просто провалился.
Не, очень качественная игра. Все-таки Wolfenstein это всегда уровень, который показывает, как надо делать интересные игры. Здесь считается ураганный шутер. И стелс, и вообще все круто. Все круто. Так, тихо, тихо, тихо. Лучше не торопиться. Ага, одного радиста я убил. Теперь нужно найти второго. Радистку Кэт. Он, походу, на первом этаже. Так что не зря я сделал, что пошел сразу на второй. Это была словно интуиция. Так, он где-то здесь. Так он здесь, да? Все. Можно не переживать теперь за то, что кто-то сможет поднять тревогу. Я перебил офицеришек всех. Можно жить спокойно. Так что это за место? Нет, тут ничего нету. Так, а по карте? Угу. По карте надо идти сюда. Странно то, что никого здесь нету. Ой, опять этот трюк проделывать. Конечно, первый раз это интересно, но потом... Так, оптический прицел у меня теперь есть. Эх ты! Ну, не знаю, стоит ли мне сейчас с ним ходить. Хотя запросто где-то снайпера могут сидеть. Так, я пока никого не вижу. Снизу я, кстати, был. Вы узнаете? Я, да. Так, открываем еще какие-то врата и шлюзы. Вниз или вверх? Как вы думаете? Все правильно, вниз. Наверх даже дверь закрыта. Тут золота нигде нет? Нет. Где немчуганы-то? А, вот он наверху. Придет все-таки со снайперкой. Эх, кто-то подошел. Такой звук был, то, что кто-то рядом. Ох ты! Друзья мои прибежали.
Так, а где у меня прицел-то снайперской? На каком оружии? На этом? Ладно, можно, в принципе, с автоматом ходить. Так, куда мне идти? Открыть ворота крепости. Так, вот как же мне туда пролезть? Загадка новая. На карте подсказки нет. Тут, кстати, тоже все заперто. Ну, вряд ли же мне нужно плыть куда-то туда. Хотя кто знает, может быть, какие-то пасхалочки там будут. Там что-то блестит, я вижу. Давай, Бласковиц. Побыстрее. О. Походу, реально надо было идти сюда. Клёвошно. Ох, чёрт. Блин. Ему же надо по баллонам стрелять. Я стрельнул, но почему-то мне это вообще не помогло. Ох ты! Пехотинец тяжелый. А я легкий, а я легкий, а я легкий. Обманули дурака на 4 кулака. Ой-ой-ой, сейчас меня нахрен вообще тут прибьют. Вот это адский замес я тут устроил. Так, надо... О, золото. Какое-то новое оружие, что ли? Вот этот, да? Новое. Шокхаммер. Ну чё, кто хочет проверить Шокхаммер в действии? В общем, это дробовик. Вот и весь ваш хваленный шокхаммер. Ничего особенного на самом деле.
Я лучше с пистолетом погоняю. То, что вдруг какие-нибудь офицеры, я тревогу подниму. Ох ты! Вылез, вылез-то я. Так, где мои автоматы? Готов. За дедов. Вот эта игра типа показывает, что было бы, если бы не деды. Так, вроде все. Отлично. Срываем предохранители и открываем какие-то страшные врата из кольев. Тук-тук, кто там? Глава 3, крепость Вольфенштейн. Ну что ж, продолжим мы в следующей серии, поэтому ставьте класс этому видео и подписывайтесь на канал.